Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас большой праздник, сегодня субботник, и тысячи горожан сегодня вышли на субботник, чтобы прибраться, убрать свой город после зимы. Сегодня столь знаменательный и хороший день, день рождения одного из основателей российского государства, социалистического государства Владимира Ильича Ленина, традиционно в России при сохранении преемственности в добрых, полезных, созидательных делах проходит субботник и в Нижнем Новгороде. Конечно, общественность, и тем более национальная общественность, молодежь национальная, не могли остаться в стороне. И сегодня в сквере, детском сквере в центре города имени Свердлова мы видим и таджикскую, и азербайджанскую, армянскую, татарскую молодежь, белорусскую. Мы очень рады, что вместе с аксакалами, старейшинами, руководителями общин и диаспор, студенты, рабочие, представители бизнеса, творческой интеллигенции. По окончанию мы все вместе подведем итоги, обменяемся мнением. И мое убеждение, что именно труд соединяет людей. Именно через труд, именно через то, что служит делу благополучия, улучшения атмосферы экологической, духовно-нравственной, позитивной, мы можем действительно формировать единение всего российского народа. Субботник – это очень важное мероприятие, которое сближает людей, сближает горожан. Мы все вместе пришли сюда, кто-то взял своих детей, друзей, знакомых. И вот в таком едином межнациональном порыве общаемся, знакомимся и делаем полезное дело для города. Сегодня мы все работаем на благо и чистоту нашего города. И я считаю, что это мероприятие очень показательное, очень объединяющее для всех нас, потому что у него сразу видно результат. Да, вот мы поработали физически, мы убрали весь этот мусор, который уже с зимы здесь лежит. И увидели, чего мы достигли. Вот он, чистый парк, дети могут играть, люди могут гулять, радоваться, наслаждаться, поэтому все мы большие молодцы. В доме должно быть чисто, в городе должно быть чисто, в душе должно быть чисто. Чистота, она вообще дисциплинирует, совместный труд объединяет, и мы все находимся в состоянии красоты, счастья, удовольствия от совместного труда и от того, чем мы занимаемся.